Друзья, всем привет! Вы снова на канале Epic Board Shop. У нас сегодня очередной обзор и еще одна интересная история. На этот раз я решил сделать обзор на две очень интересные маски нового сезона. И вообще, это новые модели в линейке от компании, собственно, Enon и Dragon. Но, как всегда, немножко предыстории. Я не так часто делаю обзоры на маски, но тем не менее я постоянно говорю, что сегодня индустрия, собственно, оптики, сноубордической и горнолыжной, это действительно такая отдельная история. Своими, скажем так, войнами технологий, конкурентной борьбой, право за лидерство на рынке и так далее. Весь этот труд инженерных отделов, он, конечно, направлен на то, чтобы мы с вами лучше видели трассу, четче видели трассу, получали от катания больше удовольствия. Собственно, это, конечно, главная задача. И вторая тоже, собственно, друзья, такая история, опять же, помимо технологий в линзах, это качество обзора. Раньше все компании делали максимально асферические маски. Сейчас мода поменялась, и сейчас опять на рынок возвращаются действительно такими семимильными шагами цилиндрические маски. И уже, я бы даже сказал, модельный ряд у большинства брендов, он, скажем так, уже разделился ровно наполовину. Половину моделей сферических, половину цилиндрических. Выбирайте, собственно, сами. Друзья, давайте начнем с модели, собственно, Dragon. Dragon PXV. Это очень интересная модель, новинка, собственно, нового сезона. Вообще, Dragon — это бренд действительно такой старый. Многие, конечно, про него слышали, многие катаются в этом бренде, потому что он действительно, в свою очередь, он стоит достаточно вменяемых денег. В комплекте всегда идут кучу линз. Линзы отдельно всегда можно найти. И еще такие бывают истории, по крайней мере, у нас в бордшопе, у нас в магазине. Приходят девчата, ну, в неделю раза 3-4 точно. И это не шутка, на самом деле, такие жизненные истории, мне нравится про них рассказывать. И это прикольно, мне кажется. Приходят девчата с телефоном, показывают Инстаграм, страничку, собственно, страничку Оли Смешливой, где она в маске NFX2, и говорят: я хочу такую маску, мне нужен такой лук, мне нужно, собственно, выглядеть так же. Ну вот видите, как работает, скажем так, индустрия. Поэтому в каком-то смысле действительно бренд модный, бренд недорогой, достаточно, скажем так, стоит в разумных денег, и при этом он еще действительно очень технологичный. А вот, собственно, с появлением, друзья, маски PXV он стал еще более технологичный. Что же, собственно, в этой маске особенного? Она сочетает в себе, скажем так, лучшее из двух миров: сферических масок и цилиндрических. Это вот, собственно, технология, так называемая Panatech. Видео такое от бренда Dragon, информационное, которое дает нам такую некую картинку, что такое технология Panatech. Вот, собственно, как раз вот на этом слайде очень хорошо видно, насколько линза PXV отличается от классической стандартной линзы. Вторая тоже история. 220 градусов обзор. Ну, действительно, это вот очень интересная штука. На самом деле, когда одеваешь маску, действительно, обзор очень крутой. И мы с вами, друзья, имеем маску с обзором, которая практически приближена к сферическим маскам, но при этом у нас достаточно прикольная картинка, ровная, без искажений, которую могла бы дать, скажем так, сферическая линза. У нас небольшая и компактная маска, которая сядет практически под любой шлем, даже, можно сказать, и full face такую маску можно одеть. Маска, опять же, очень гибкая за счет цилиндрической линзы, она очень комфортная, гнется. Ну, то есть, я считаю, что действительно это очень интересная история. И, опять же, Dragon все-таки, друзья, еще помимо вот такой технологии Panatech, они, конечно же, знамениты, по крайней мере, последние несколько сезонов, технологии LumaLens. Это технология, которая, опять же, направлена на улучшение контраста. Собственно, идут разные цветовые спектры, и мы, собственно, получаем действительно очень крутую картинку, опять же, в зависимости от того, в каких условиях мы с вами катаемся. Молоко, туман, солнце. Это очень круто. Вот технология LumaLens. Это, опять же, такой действительно козырь от компании Dragon против, собственно,
Oakley Prism. Поэтому, друзья, вот LumaLens действительно линза, которая работает. И опять же еще такой бонус в комплекте, как всегда, два фильтра. Стоит такой Ion Red, темный на солнце, но такой прям уже рубилово на верхотуре. И в комплекте идет Amber, такой розово-персиковый фильтр, который действительно рассчитан на молоко, на даже искусственный ночной свет. Это очень круто. Поэтому Dragon, новая модель, очень крутая, про нее много уже написано. Действительно, это такой, скажем так, выстрел в этом сезоне. Dragon все-таки бренд, который старается периодически выпускать новые модели, и они действительно очень круто заходят. И я вот думаю, что это такая очередная новинка, которая понравится очень многим. Опять же, из плюсов, еще раз повторюсь, это очень крутой обзор. Это очень компактный внешний вид, это достаточно крутая подвижность, которая, опять же, сядет на любое лицо. Ну и, соответственно, крутая технология от LumaLens. Также я прям не буду в подробностях вдаваться, ну, потому что практически у всех брендов такая технология есть, и силикон на ремешке, и вентиляция, собственно, и линза вытаскивается очень-очень быстро. PXV, крутая новинка от компании Dragon. Поехали дальше. Друзья, ну и, собственно, Enon M4, тоже такая очень интересная маска. Очень интересная она и ожидаемая, по крайней мере, мной. Вообще, Enon бренд, который, конечно, неотделимо связан с компанией Bird. И несмотря на то, что сами продакт-менеджеры Enon, они всячески стараются, скажем так, себя дистанцировать от бренда, и свои шлемы, и маски они как бы внедряют в лыжную индустрию, все равно, конечно, ну, в большинстве случаев, конечно, Enon и Burton — это действительно слова-синонимы. Enon, конечно же, последние несколько лет делает тоже очень крутые маски. Они по большей части известны в сноубордической среде, скажем так, тем, что линзы все практически у них делаются на магнитах, специальные гейтеры тоже, которые пристегиваются на магнитах. Ну, то есть, действительно, это очень круто. Там много споров, на самом деле, и действительно, кто-то кричит, что при падении линза отмагничивается, куда-то улетает, кто-то еще что-то не может примагнитить. Ну, то есть, действительно, там тоже два лагеря. Мне, на самом деле, Enon нравится. У меня маска есть одна из, скажем так, модель M3. В принципе, даже при, скажем так, таких интересных уборках, ну, честно говоря, линза не отлетала. И что же, собственно, у нас крутого и такого, опять же, революционного в этой модели? То, что она, скажем так, по концепции схожа с моделью PXV, единственное тем, что линза, она здесь по умолчанию идет цилиндрическая, да, она крепится также на магнитах, то есть она вот цилиндрическая линза, но для M4 существует линза сферическая. И то есть у нас получается одна маска в двух вариациях. Мы можем пристегнуть цилиндрик и быть супер в тренде, супер модным, поехать на New Star Camp. Либо можем быть в таком формате old school и поставить, собственно, сферическую линзу и наслаждаться всеми плюсами, собственно, сферического стекла. В комплекте также идет два фильтра. Единственное, что, собственно, даже вот наличие специальный такой чехольчик, он сделан уже под сферическую линзу, но внутри, как мы можем наблюдать с вами, лежит такая же цилиндрическая линза, просто с другим оттенком. Но, тем не менее, отдельно линзы можно купить, несмотря на то, что ценник, конечно, крепкий. Но вот, собственно, M4 как раз вот в этом сезоне она выигрывает тем, что мы можем с вами ставить два фильтра, сферический и цилиндрический. И, конечно, по большей части это все-таки реализовано за счет того, что линза у нас, собственно, опять же, одевается и снимается за счет магнитов. Ну и, соответственно, конечно, тоже технология Sonar в коллаборации, собственно, с Carl Zeiss, бренд, который делает оптику уже там на протяжении 100 лет, такая коллаборация, которая, опять же, призвана, технология Sonar, улучшить контраст, улучшить, собственно, картинку, которую мы получаем, собственно, в непредсказуемых погодных условиях, которые встречаются в горах. И это действительно тоже технология очень крутая, она тоже очень работает, опять же, как и LumaLens, как и Prism у Oakley. Еще раз хочется повториться, что
Казалось бы, еще 10 лет назад предел совершенства был фотохром, поляризации разные. То теперь вот действительно благодаря, скажем, такой работе инженеров, химическим, собственно, составам, структурам, которые используют при изготовлении линз, при изготовлении, собственно, технологий, мы с вами действительно можем кататься в разных погодных условиях, и маска адаптируется, настраивается, и мы получаем действительно очень крутое, контрастное, четкое изображение с прорисовкой всего рельефа. Это действительно очень круто, и действительно, ну, маска это прям реально очень крутая штука. Поэтому, опять же, еще хочется сказать, что, друзья, не экономьте на оптике. Помимо того, что маски все-таки защищают ваши глаза от ультрафиолета, от камней, от веток, от льдышек, они также еще действительно дают очень крутое изображение, очень крутую картинку. Честно говоря, никто со мной не переспорит меня. Действительно, это все работает. И кто бы ни говорил там по поводу маркетинга, маски с Алиэкспресса, реально, когда вы одеваете, ребят, крутую маску, ну, тут что-то сложно, что-то, скажем так, потом противопоставить. Ну и, соответственно, классика жанра. Второй фильтр в комплекте, крутой чехольчик. И, опять же, из таких бонусов вот мы с вами можем наблюдать такой очень крутой гейтер, который прикрепляется также на магнитах. Вот, собственно, на маске есть такие специальные слоты, куда прикрепляется гейтер. И у вас крутая защита не только от солнца, от ультрафиолета, но еще, собственно, от холодного воздуха, потому что гейтер тоже очень классный. А вот такая история, две действительно очень интересные маски, поэтому я думаю, что приходите к нам в магазин, смотрите в интернете, и мне кажется, это, опять же, такое некое начало того, что уже, опять же, два мира цилиндрических и сферических масок, они начинают и здесь, скажем так, такие гибриды делать, и вот, собственно, в этом сезоне у, по крайней мере, таких сноубордических брендов Enon M4 и Dragon PXV реально очень крутые маски. Конечно же, как всегда, полную информацию про эти маски вы можете почитать у нас на сайте, посмотреть, какие есть в наличии дизайны, потому что, опять же, я взял самые такие первые попавшиеся картинки в плане дизайнов. Кучу есть разных дизайнов, разных, скажем так, линз. Очень круто. Цена, наличие, опять же, epicboardshop.ru. Ну, а с вами, друзья, как всегда, был Epic Board Shop TV. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока!